Вот приехала машина. Сангьонг Актион. Нет, это просто Сангьонг, да? Не, Актион. Пожалуйста, заправился на Газпроме. Газпром нефть. Посмотрите, что у него случилось. Пожалуйста. Это просто финиш. Не заправляйте на Газпроме. Это просто финиш. Они налили пиздец. Газовый конденсат, и он при морозе 7 градусов замерз просто. Вы видите, да, это? Баки покажи. Господа. Топливная система на 200 тысяч чувак встрял. На 200 тысяч попал чувак. Да. Просто вот еще что-то льет. Трубку расставили. С трубки начинает таять. Да, фонарик. Это, по всей видимости, вообще газовый конденсат. Похоже на это. Дальше смотрим. Мы идем в бак. Шампанер вообще? Да там просто этот. Может, это сметана там внутри? Сейчас он достанет сметаночки. Сейчас мы бахнем сметаночки. О, какая сметаночка. Вот это лед. Газпром нефть, чуваки, заправляйтесь на Газпром нефть. И будете попадать на 200 тысяч. И будет у вас в баке. Не, может забрать, ром-колу сделать или лед разбавить? Можно молоко, как называется, сладкий коктейль, как сладенький такой. Пинаколада, да. Будет пинаколада. Ой, бля. Там пизда вообще. Там полный трэш. Короче, всех любителей пинаколады сюда зовем, да? Да. Просто же...